Подрубил! Солянова подрубилась еще. Слишком легко для меня сделать подрубиссимо. Легкость бытия. Так, вражеские топ ПТС берет Баунти Хантера. Меня это всегда радует, когда вражеские топ ПТС играют на, так сказать, ну, таких героях, которые типа не лейты, вообще не керри, а что на уровне саппортов. О, Рубик БХ в одной команде у врагов. Но у меня уже Клокверк есть, так что не все так радужно пока. Найс накидка, только бы чуть шире ее, вот, вторая часть, пошире чуть. Даже сверху можно пошире, ну типа у Райс Кинга вообще супер широкий плащ, а здесь такая накидочка. Короче, пошире бы ее. Не будет Леон саппортить, это хуево. Ну как хуево. Леон с драконом слабая линия, явно. Не сильная. Факт. Баланар. О, у нас пик полная хуйня, кстати, пока что. У нас Даза, у Леон. Дракон. И не собираются меня вдвоем саппортить. Что-то мне вообще не нравится наш пик. У нас вообще ничего нету. На самом деле. У нас вообще тухляк. Баланар и Ксин вполне могут разъебать это вот все. Не знаю, что у нас пока тухляк какой-то. Типа это типичная игра, где ну, два саппорта, которые будут фидить, потому что. Ну, это дефолтная хуйня с триплой. Я знаю такие игры. И сейчас враги доберут кого-то only шаг, ну, блять, очень тяжело будет. Мне не нравится вообще то, что происходит сейчас. Dragon's honor. Prepare for battle. Compelled to battle. Мне тут предлагают пойти на мид против Лишака. Гениально. Вот сразу видно, у меня хорошие игроки в команде, сильно играют. Понимаю, в доте много. Сейчас бы на мидос пойти против Лишака на драконе. Кайф. Дебики. Лишака 9 побед подряд. Класс. Клок Сулахард, Лишак 9 побед подряд. У меня 2 саппорта useless. Не знаю. По-моему, мы проиграли. Да, мы проиграли, скорее всего. Да, эта игра слита. Ну а чтоб клок не реконнектился, иначе все. Финиш. Let's finish. Да. Кто будет против меня стоять? Если ДК. Ой, то есть если Лишрак мид, Баунти Хантер, Роуминг, Ксин, Низ с Рубиком, значит Баланар против меня харду стоит. А мы ему нихуя не сделаем, скорее всего, даже втроем. Нас нечем зацепить вообще. У Леона Impale и Хекс это low range скиллы, на самом деле. 30 seconds to battle. Yes. It's in the bag. It's in the bag. Мы сейчас еще игру можем проебать на Баунти Руне, потому что команда хочет пойти взять Баунти Руну, но мы там игру и проебем, собственно, сейчас. Сейчас пойдем и толпой проебем игру. Dragon to the fray. Ну все, мы идем игру проигрывать против Лишака сейчас.
Я не боюсь первой идти, я ебал. Это слишком опасно. Сделай ему что-то, сделай ему, сделай! О, я добил. Хорошее начало, гайс! А кто забрал баунти? А, он забрал баунти, охуеть. Выхазил баунти. Почему никто не кликал? Не, ну начало хорошее, я имею топор, по крайней мере я буду фармить получше. Неплохо. Nice fit. Эмбер в Солянова убил двоих. Интересная инфа. Зачем Дазл умирает? Что он делает? No. This believer allowed. Wembley cuts deep. Higher honor. Swift. Zap. By my blade. By the honor. Так у меня почти сапог. Пока все хорошо лично у меня, но что-то на миде там проблемы. Кстати, ксин мид, забавно. А вот где сейчас Дазу в эту секунду, когда меня два героя бьют? Вот меня два героя бьют, а Дазу просто ушел. Я не понимаю, что с этими дебилами не так? Он саппортил, когда я стоял один на один. Когда я стою два на один, меня покидают. Это вот просто гениально, я не знаю. Ну почему я умираю сейчас? Почему я стою один? Что происходит с дотой? Почему этот дебил не стоял со мной, когда там было два героя? Он стоял со мной, когда был один герой и пиздил экспу. Я не понимаю. Как только он ушел, два героя появилось, он от меня ушел. Не возвращался. Теперь вернулся, когда опять один герой. Ну вот, ладно, два. Шаг, фраги получает на клоке, это дефолт. Ну, я сделал огонь, кстати, по всем. Где же ты, Денай, блядь? Ебать, какой же Дазл уебище? О, великие силы, это видели? Почему он не Денай? Он не умеет? Да сделай ему что-то! Почему он ему не сделал яд? У него же был яд! Вот же яд можно сделать! За что, блядь? Сука, вот это уебан на Дазле! Какой же он ЛСный! Так, ПТ-шка есть, кстати, довольно-таки быстрая. Как для ДК, как для... Вот явно, как для ДК она реально быстрая. Я хочу добить катапульту. Лол! Ладно, похуй. Так, Владар меня прессует, помощи нету, сори. Почему меня не похилит, например? Thanks. Не, больше стой получить, но сори. Экспы не дают на линии. Когда челик один стоит, то помощи нет. То есть, когда челик один стоит, то экспу пиздит. Когда двое, то сори. Тогда крипы донаются. Я ману найс отхилил. Как раз никто не подходит в тот момент, когда я хилю ману.
Шака 2-0. Здорово, я Клок на соло хард. Вэри полезная хуйня. О, хочет убить или что? Каким образом это возможно? Your bottom tower is under attack. By the shield, I can't let you have that. Dragon to the fray. Attack. Не, даже до 6 левела срочно. Who calls to Dragon Knight? Сделай что-нибудь. Блядь, зачем ты спалил, что тут в центре есть? Какой же уебан. А, блядь, нет, с этим дебилом ничего не сделаешь. Слишком тупорыленький. Чего не убегают? Да как что-то уровень получить в этой команде? У нас походу челик умер. Я не знаю зачем он умер. Ну посмотри, он соло нафидел. Баланар забирает героя 1 на 3. Его не убью. 1 на 3 забрал героя, 1 на 3. Вся суть моих, моей команды. Я же говорю, что это очень слабые герои, эти всякие рубики, то есть... Леоны, Дазлы... Балнар 1 на 3 забрал. 1 против троих. Потому что... Ну, герои слабые, потому что ДЦПшники играют на героях. И потому что у меня 6 левел не было. Был бы 6, он бы умер. Но сори, мне не давали экспы. Но с другой стороны, если я не сдохну, то у меня будет фаст даггер. Реально фаст. Но это надо не сдохнуть. Это будет сложно с такими саппортами, когда 0 сейвов. Я скорее всего сдохну. О, опять Куру убили, ебать. Два раза убили Радиант Куру. Эпик. А, я умер, да? Не хочет убить один на один или что? Your bottom tower is under attack. Ладно, я лучше отступлю. На самом деле у него ботов, если драться, неудобно. Your bottom tower is under attack. Я же не отвел? А, получается не отвел. Ладно, похуй. Да можно сейчас наебашить немножко. Ну, тем более нету ночи. Найс! Есть даггер. Очень хорошо. Так, я пассивку уже качать не буду, но 2 нет смысла. Надо уже стан. Так, ТП набить нет делать смысла, у меня нету маны. Ничего не сделаю. Ну даггер реально very fast. Это мой, наверное, самый быстрый даггер за все время, что я играю ДК. Я еще так быстро никогда не соберу даггер. Ну это потому что фраг, фраг, фрифарм и две курицы. Да из-за этого, конечно. Не знаю, к Балнару идти онлайн, я не горю желанием, когда Bounty Hunter в игре есть. Не, по идее, надо накопить ману, поднять хотя бы 9 левел. Типа для меня идеал файтов это 9 левел, плюс хотя бы перчатка скорости. Разумеется, мне надо мана. Ладно, придется идти на базу. Так, я ману не накоплю. Когда мне... Надо фармить скиллами. Руну что ли забрать? Кстати, или Шака 3-0. Ну, это Клок Соло Хард, что вы ожидали. 0-2-1. Onward.
Реген. Не, сори. Сделай же хекс. Найс. У меня нету ничего. И Павел сомневаюсь, что поможет. А, я умер, да? Не, я жив. Шаг продолжает убивать. У нас пик очень слабый. Да, я сразу сказал, что мы проиграем, скорее всего. Нереально слабый пик. Напикали максимальную хуйню. Два саппорта на триплу, это забей. Худшая дерьма ever. Я сделаю сюда, пожалуй, портал. Вот на колдсе, оп, ко мне есть дракон. Сейчас прямо с блинком. Катапульт тут надо добить, думаю. Блять! Что херач крипа не добил. Так, поебище меня харасит постоянно. Your bottom tower is under attack. Как дела? Под крипами получил? Поебалу, животное. Солява нахуй! Видите, как я его обработал? Под крипами нахуй! Станс поймал. На гиндзюсу прямо. Бай, какой же я жесткий. Какой же я жесткий игрок. Какой же я жесткий, ебать. А вот у меня ничего нет. Ни маны нет, ни армлета. Не уверен, сможем ли мы драться со мной без ничего. Я не успеваю туда. Слишком опасно. Надо что-то делать, убегать. Ты не знаю, где ли шаг, он в любой момент подходит, убивает всех. Надо зафармить этих челиков и идти на базу. А, ясно, там вся команда сдохла. Ну и помогу без маны. Они сами виноваты, что сдохли. Я не мог помочь, у меня ничего не было. Они сами виноваты. Что так подставились. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Compelled to battle. Почему АФК, блядь, все? Как можно вообще, как это даун может писать про меня, если я идеально играл всю игру, у меня 4-0-2? Что за пиздец, блядь, происходит? Животные лесные. Пикнул хуйню, блядь, и пишет на другого, что он пикнул хуйню. Эпик. Это мусор. А, найс там. Вот мы проебали, этот стан решил все. Мы никого не убили в итоге, короче, мы проебали эту игру, команда слишком лесная и герои слабые.
Да, пизда. Ничего не сделать. Клок не юзает хук, у него вон есть хук, он ничего не делает. Нет, это нечестно все, мы проебали. Нечестно. Команда по скиллу, по героям слишком слабая, мы не можем выиграть эту игру. Меня 4-0, я ничего не мог сделать. Все бесполезно, мы проебали эту игру. Пикнули хуйню, да, умы. По пику проебано с нулевой минуты. С такими играми не выиграть. Your middle tower has fallen. Жаль. Я играл идеально, пиздец. Ну, мы уже проебали. То есть я играл идеально, не сделал ни одной ошибки, я играл уже проигранно. Ну, Клок Солхарт, вы сами понимаете. Дефолт. Всегда, всегда луз. Игра не должна была быть выиграна. Клок Солхарт не выигрывает. Your bottom tower is under attack. Не знаю, что делать. Челик он выносит башню, всем похуй. Of course. Ноль восемь, ну так играть неинтересно. Ты геймрунер. Your bottom tower is under attack. Who calls to dragon? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is falling. Как его заставить, я не знаю. Your bottom tower is under attack. Ну и Шака будем победить. У меня слишком много уже. Я только-только начинаю БКБ собирать. Я только вообще начинаю развиваться. А мы уже игру въебали. Ну я сразу сказал, что мы проебали. По пику вообще неиграбельно. Начиналось все хорошо, у них Рубик и БХ, а потом нам пикнули три говна ебаных. Когда, у которых нету шансов против Балнара, Ксина и Лишрака, просто нету шансов. Пикнули бы у нас Лишрака, а у них Разора, может быть были бы шансы, а так нет. Так это хуйня полная. By my blade. Так это не игра. Команда курицу теряет. Но как драться, у меня нету дракона даже. У меня помощь. То я сдохну. Что делать, как Лишака победить? Когда дракона даже нету, чтобы его заставить нормально издалека, с ренджи. Как с ним драться, лол? Батик. Дракона-то нет, лол. Он убегает или нет? Бать! Тогда я тащу, но мы не выиграем! Слишком сложно, сори. Ебать! Какой же я жесткий игрок в доту, ебать! Блять, я лучший игрок в мире! Нету просвета, ГГ. Найс просвет, парни. Come for me, come to me. Or not. He's kidding, guys. Найс просвет, животные лесные.
Your top tower is under attack. Как же это выиграть? Ишак до сих пор не умирал. Типа... Можно что-то сделать? Нет. На метро. Как-то выиграть, как-то выиграть, как-то выиграть, как-то выиграть, я не знаю. Как нам драться? Я не совсем понимаю. Надо убегать. Я не понимаю, как что делать. У меня команда очень слабая. Мы не можем драться, они идут на нас просто и давят. Я один только, кто вообще играет в доту. Все мусор. Вся команда. Да, такие игры не выигрываются. Слишком слабая команда, слишком слабые герои. По скиллу проседают, по всем параметрам проседают. Я сейчас реально на высочайшем уровне играю. Просто я, ебать, какой же жесткий игрок. Как раньше играю уже. Вот такие игры не выиграют, было 0%. 0 ошибок, 0% дефолт. Ничего не поделать. Команда мусор. Ну, хук никуда, просто. Просто хукнул. He's fucking trash, game ruiner. Never mind. Драться опять же нельзя, мы не можем драться. Этот файт проигран до его начала. Я не могу блинкнуться, иначе я сдохну 100%. То есть мы уже проебали файт до его начала. Я не знаю, как драться. Правильно, сюда блинк делать. Но я умер или что? Не знаю, жив пока. Если не за мной, не побегут на базу прямо, блять. Эпик. Это дерьмо, а не игра. Как это играть, я не знаю. С какой командой? Этот клок ебаный. Лучший мусор. Ever. Тут 0%. При максимально идеальной игре, по сути... Не знаю, это, наверное, лучшее исполнение Драгонайта за всю историю Доты сейчас вы видите, кстати. Я сомневаюсь, что кто-то когда-нибудь играл сильнее, чем я вот сейчас играю в этой игре. То есть максимально идеально сыграно, но, сори. Команда слишком ЛСов. ЛС и пик хуйня, и все хуйня. Как бы я видел на лане, что Дазл ЛС, я знаю, что Клок ЛС. Как минимум у меня есть 2 лоу-скилла. Как максимум у меня максимально хуевый пик. Как факт. До сих пор итемы не могу получить. У меня итемы, короче, как в игре, когда у меня, допустим, бывало там 0.5. То есть у меня сейчас такие же итемы, только при 10.03. Нихуя себе, я сделал блинк из-под урона. Next level. Мы никого не можем убить, у нас нету даже прокаста. Ни на одного героя. Я не знаю, как это играть. Ну где помощь? Убили бы хаультом. Раз, найс хук. В никуда. Your bottom tower has been denied. Кайф. Dark light.
0% при максимально идеальной игре. Конечно, обидно всегда. Ну что поделать? Реальность. Такова реальность. Доминатор не вижу смысла пока. Уже сразу муншар делать. А чего я буду отхиливаться, если я не могу подраться толком? Потому что если я дерусь, то я умираю, мне надо только прыгать и убегать. А с чем они пытаются драться, когда меня дракона? Я ж не могу ворваться, я сдохну. Кстати, у Ишака, наверное, уже миллиард зарядов. Сколько там, 12 или что? Так мало? Или это 22, блять, или мне показал? Чё так мало? Разве он не умирал? Странно, только 12. Нет, как... Так, Сину же жесткий, охуеть. Фьюри или Ку собирает. Ну а что ему сделать? Yes. Dragon to the fray. Dark light. Attack. Типа я могу его застанить от щитовку? Или он же АФК будет стоять в этот момент, когда я его застаню? Или он вообще где-то вот здесь стоит? То есть смысл станет, ноль смысла, это ничего не даст. Когда у тебя дебил Леон, который до сих пор без даггера, который АФК всю игру. Разор просто теряю половину хп, просто вот вообще забей. Что я вижу? Ну как это выиграть можно? Вот как? Что нужно сделать, чтобы такое выиграть? Когда ты играешь максимально идеально, но все равно ты не можешь выиграть. На, тварина. Еще один. У меня нет устана. Нахуй, тварь лесная. Чем догоняем его? Или не догоняем? На мне трек. Вот нет. Окей. Да, нет, да, нет, да. Мы догоняем или нет? Не могу понять. Какая хуйня. Не, невозможно, нет трек. Не мог его застанить. Ну не станется, там нет трек, блять. Так нельзя. Нам Лишака носит базу. Тут меня радует игра моей команды. Не, а когда даггера? Нахуй ты за ним гонишься, уебище? Какой же он тупой. С меня почти. Так, сейчас я куплю лучший гиперсон. Почему? Я же нажал только что кнопку. Если я нажал кнопку, почему она не сработала? Бать, это урон. Слишком сложно. У меня дракона нету. Зачем он идет драться, когда у меня нет дракона? Наконец-то даггер у Леона. Это хоть что-то. Может быть он. Мы проиграли или что? Надо ПКБ делать, она сейчас сдохнут. Зачем они дерутся, ау? А что происходит? Ты же просто умираешь. Зачем драться идти? Зачем сейчас идти драться? Зачем? Зачем? А зачем? А зачем? А, меня убили, кстати. Не, нихуя. Блять, как я не увернулся от него? Я ж отходил. Убейте его! Я бы умер. Мне не было смысла добивать Эмбера. Моя жизнь важнее аниме, потому что у меня стрик. 12.05, я отдам все деньги просто, что есть. Ну, блять, я сделал все, что мог. Это лучший дракон за всю историю Дота только что был. За всю историю вообще, за всю историю. За 12 лет, за 13 лет, сколько Дота существует. Никто никогда не играл лучше на драконе, чем я только что сыграл. Это была максимально идеальная игра. Но шансов не существует, сори.
А, я умер, бегу. Бать. ТТ лучший. Даже тут выжил. Бать, какой же я лучший! Я, блядь, эту игру, это просто, я настолько лучший игрок. Невозможно настолько хорошо играть, как я играю. Лоу. Your middle tower is under attack. Мне аэропорт оставить надо срочно. Или Леона, или Клока. Клока или Леона? Клока или Леона. Ладно, Клока. Ну я лучше в мире. По крайней мере, они минус морали с этой игры. Я реально просто, я настолько жесткий. Это невозможно так играть жестко. Roshan has fallen to the radiant. I'll not your skull. Swiftly. Your middle tower is under attack. Onward. Your bottom tower is under attack. Разор про меня пишет, что я played out of my mind. Бать, какой же жесткий. Умереть что ли пойти или нет? Я думаю. Есть ли смысл умирать? Нет, нет смысла. Эта игра закончена. Выложу эту игру у себя в группе ВК. Ее должны все посмотреть. Это просто... Я реально самый лучший игрок в мире. Просто лучший ever. Надо убегать сразу. Your ancient is under attack. Dire structures are fortified. Your ancient. Вы меня не убьете под фонтаном, челики. Не получится. Какой же охуенный. Просто я реально лучший игрок за всю историю. Даже невозможно настолько хорошо играть. Когда я на плюс морали, я вообще... Это нечто, это запредельный уровень игры. Я проиграл, но я просто доволен собой, пиздец. Настолько хорошо играть. Это next level вообще игры в доту. Настолько хорошо играть. Ноль ошибок, даже... Я даже минимальных ошибок точно не вспомню. Были ли там минимальные ошибки? Просто чемпион доты, чемпион. Кайф. Просто кайф. Так, ладно. Сделаю скриншот. Типа у меня есть скриншоты там, где я проигрываю с 0 смертей всякие. И вся команда пидоров. Я их коллекционирую. Ну, когда не забываю сделать, я иногда забываю. Сейчас я не забыл, потому что у меня плюс мораль. В общем, эта игра, это просто... Во-первых, это пруф того, насколько Драгонайт все-таки оказывается жесткий. Ну, если он переживет Лайнинг Стейдж. И, собственно, пруф того, что я уже лучший Драгонайт в мире. То есть мне буквально потребовалось 20 игр на ДК сыграть, чтобы я стал лучшим игроком в мире на этом герое. То есть я сомневаюсь, что кто-либо когда-либо так сильно играл, как я в этой игре. Да, печально, Винстрик 6 отлетел. Ну, где мой Винстрик 6? Да, я посмотрю на хоть на тебя. В прошлом времени, я не могу посмотреть. Короче, у меня был Винстрик 6, но его больше нету. Жаль. Лоу! Я так понимаю, лоу, 28% потерь кадров. Я не знал, гайс. Эпик. Сорянова, гайс. Ладно, я перезапущу стрим. Ну, я не пока что доту не буду. Короче, я не знал, что лаги ебаные, жесть.
Ну, блядь, спасибо, отвечу за это. Спасибо за сервера.